Ребятки, всем привет, с вами Александр, Легенды Дракомании, и у нас новый дракон недели. Это божественный, хотя он совсем не божественный. То есть это у нас дракончик, у которого три стихии, земля, огонь, металл, эпический, да, но нет в нем божественной стихии. В общем-то, как его вывести? Нам нужен дракон арбуз плюс дракон пчела. У кого нет арбуза, как его получить? Это зелень плюс вода, либо вода плюс яд. Так, как получить пчелу? Это ветер плюс огонь, либо метеор плюс ветер. Вот такие вот дела. Выводиться будет он 16 часов. 16 часов на скрещивании и 12, почти 13 на выведении. Вот такой вот у нас дракончик. В общем-то, в принципе, да, у кого нет легендарного металла или, в принципе, неплохой тоже вариант на замену. Вот я качал архангела металла для замка, вот можно его тоже покачать как вариант. Но стихия в нем есть огонь, как бы, потому качать все-таки я бы для себя не стал, потому что огонь очень востребован в других, в общем-то, комбинациях. Так, остается один день на выведение корни. Я уже комбинации 20, наверное, сделал, у меня он все никак не получается. Что мне сейчас? Я поменял сейчас местами, ребятки. У меня была зелень плюс ржавчина, а теперь у меня ржавчина плюс зелень, плюс я их еще заколдовал каждого на две звезды, если мне память не изменяет. Ну, что-то надо было поменять, чтобы повысить какие-то шансы. Ну, что-то мне кажется, что я тут могу и пролететь с этим всем делом. Давайте сейчас посмотрим. Так, вот мой Арханка, сейчас мы его тоже пойдем качнем. Ну, не в смысле осколков, а просто так качнем. Так, стоять. Где? Ух ты. Я уголька. Кстати, уголька просили назвать Дрейк. Сейчас, если не забуду, назову. Так, так, так. А, наверное, они на выведении, потому как бы я их здесь не наблюдаю, или это не имеет значения. Так, а, нет, не имеет значения, все упирается в уровень. Ну вот, о, вот, зелень на две звездочки, а ржавчина у меня вообще, по-моему, 16 уровень. Где ты, моя ржавчина? Мне их десяток этих ржавчин, но, походу, все они дохлые у меня. Вот ржавчина, ну да, на две звезды, как и сказал, ребятки. Так, теперь давайте пробую найти, делаю скриншоты ваших комментариев. По поводу того, как кого назвать. Вот наш дракончик. Так, 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 так. Скриншоты. Где тут мои скриншоты? Так, назови уголька чертик. Ага, вот так. Дрейк это у нас... Дрейк это у нас был другой. Так, а назови осень листик. Ну, давайте сейчас попробуем. Переименовать. Чертик. Готово. А осень назвать лист. Да, просили. Ну, давайте назовем пока листик. Листик. Именно листик. Ну, как раз на 6 букв. Вот так вот. Так же. Так. Что у нас тут насчет кланового дракона, кстати, ребята? Давайте, мы его вообще высидели или нет? Так, а ну, давайте, поднимайте свои задницы, а то разленились. Надо Амуру высидеть, ребята. Высидеть Амуру надо. Так. Ну, с этим вроде как пока что все. Разобрались. Ну и главное у нас, что сейчас... Не главное. У нас еще идет клановое событие. Противник у нас, как я уже говорил в прошлом видео, слабенький. Потому давайте его осадим. Так, получаем какие-то осколки. Так, я собрал какого-то дракона, ребята. Это у нас дракон-сокровище. Так, а ну-ка. Вот так. Не так. Вот так. Есть. Чтобы скриншот сработал. Прикольно. Так, готово. Сейчас мы повоюем и пойдем посмотрим, что же это у нас за дракон. Так. Ну, давайте будем уже 50%.
Ух, нормально. Промазали. Так, ну три промаха подряд, вероятность 50%. Как такое может быть? Брехня. Ну, а теперь не брехня. Ну, все равно я три, по-моему, промазал. Ладно, не беда. У нас 600, почти 700 тысяч, у нашего противника 90 тысяч. Ну, там, по-моему, всего лишь 8 игроков. Так, так, так. Ага, все, не хватает мне очочков. Давайте соберем задание. Кстати, вот эту штуку я только что мог бы получить. Гнев дракона нам не нужен. Собрать на фермах. Давайте попробуем собрать. Да, у нас здесь есть еда. У меня много. Много, ребятки, довольно уже еды. Смотрите, 3 миллиона 800 насобиралось. Это у меня впервые такая цифра. Давайте пойдем покормим архангела. Кстати, нет, давайте перед этим посмотрим, что у нас есть за события. У нас есть несколько новых событий. Во-первых, у нас идет календарь, который, как и был. У нас идет открытие божественных сундуков. Это наше главное событие. У меня есть одна карточка, да? Так, нет, у меня, получите... Где мое количество? Открыть все 5. Ну, давайте сейчас откроем одну. Так, один из 80. Ладно, давайте еще. Ладно, все откроем. Чем мы будем париться? Бамбук, короче. Две карточки. Да увы, 80 штук, вы че? Да их не насобираешь. Три карточки. Так, ну и последняя, пятая. Один. Это, кстати, наш главный приз, да? По-моему. А, подожди, сколько у меня вообще этих карточек? Это мы уже какой сундук открыли? Так, о чем? Не-не-не, тут бамбук попался. А, мне еще 6 билетов осталось. Ладно, давайте, то мы продолжим уже как-нибудь попозже. Так, вот, собственно говоря, наши драконы. Да, это наш Эрлайн Шень. Это то, что мы можем здесь... А, еще получим в этих наградах. Так, Хоуи. Так, ну, корни мы знаем. Гуанди. Так, обезьянка, да, кстати, это наш главный приз в битве боссов. Сейчас мы туда дойдем. Заря. Заря, а, у нас он не божественный, это эпик обычный. Так, терракотовый. Терракотовая армия императора, помним. Потом фиалка, эпический дракончик, вот такой мне только что выскакивал на весь экран, это у нас редкий энергия плюс металл, и во-во-во-во, осколки которого мы собрали, тоже всего лишь редкий, 2 из 40 это осколков, да? Это осколки, а ну-ка, у кого там было 80? У тебя было 80, а вообще 120. Печалька. Так, вот у нашей, ребятки, есть такая вот акция. Акция, где мы должны ходить просто каждый очередной шаг у нас это битва. Да, у нас главный босс, награда наша это Заря. Один круг, ребята, это один раунд. То есть, как видите, я прошел здесь полкруга. Интервал между ходами 2 часа. Как в Monster Legend, кстати, в ивентах между битвами с боссом. Вот так вот. Нам давалось на это всего 7 дней. Но поскольку ночью я пропускаю в день, то есть минимум я сплю 8 часов, ну примерно, то есть пропускаю 4 битвы, ну короче, а есть еще какие-то дела, я могу пропускать 5 битв, короче, ну мне реально по идее не хватит. Тот, кто пропускает не больше 3, тому должно хватить времени. Ну, если хватит силы, тут еще второй вопрос. С каждым кругом у нас будут уменьшаться стихии. И на последнем круге у нас будет божественный и еще две какие-то стихии. Кстати, можно обновлять. То есть изменить, если вам попались какие-то стихии, которых у вас совсем нет, то можно попытаться обновить. Ну, пока здесь слабые, как видите, только эпики. Первый круг у меня все-таки идет уже. Наверное, можно было закончить этот круг. Но дела, ребята. Бегаю как шельма по ярмарку. Некогда мне. Ну и вот теперь нам опять нужно ждать 2 часа.
2 часа. Так. Что у нас дальше? Так, кстати, надо сейчас пойти, ребятки, нам взять виповский билетик. Вот, билетик випа берем. Потому нам завтра нужно получить количество кристаллов увеличенное. Также, ну вот, получается, мы получим 40. 40, кристаллов, это круто. Также у нас идет... пора обедать акция. Сейчас мы ее выполним. 1,2 миллиона, я думаю. Ну, не знаю, потратим, не потратим. Скорее всего, потратим на Архангела. Потом, вот еще есть. Вы видите, как можно больше драконов. А, вот откуда у меня билеты взялись, я понял. Я получил уже 7 билетов. А мне остается 2 дня, ребята. На это давайте посмотрим, что мне там сейчас в инкубаторе. Сколько, куда времени. 3 часа. Ну, то есть, я думаю, сегодня я его еще соберу, если что, за пару кристаллов ускорю. А теперь погнали получать еще себе награду. Так. Вот он, наш Архангел. Качаем. Кормим. О, да, мы тут сейчас должны выполнить. Куда? Он сожрал 3 миллиона еды практически. 2 миллиона 800, ребята. Давайте награду. А, то есть даже уведомление не выскочило. Ну, что это такое? Да, я представляю, сколько там. А это награда цифровой. Но цифрового мы точно не получим. Вы что, тут сколько, какое место надо занять? Представляете себе, сколько здесь миллионов еды тратится? 100 миллионов, да, чтобы быть на первом месте. Ну, я вот так вот потратил как мог. Моя позиция 4749. Но это круто. Это круто, ребятки. Потому что у нас вот... сундучки. Сколько у меня осталось? Оставшиеся билеты 6. У меня то есть еще 6. Подожди, мне и было же 6. Чё-то я не понял. Я же акцию выполнил или нужно ждать, пока она закончится? 10 должно мне было дать. Но мне их нету. Странно, какая-то ерунда. Непонятно, ребятки, что здесь произошло. Надеюсь, они мне потом дадутся. Где еще можно... 6 штук, всего лишь 6 штук. Но это просто какой-то караул. Что здесь у нас? Так, о, 14 у меня таких билетиков есть. Ух ты. 5 случайных карт. Давайте откроем один. Ух ты, какой разношерст. Так, цыпа у меня есть, робоцып. Блин, ну зачем? Ладно. Что я хотел еще вам показать? Что я хотел? Так, мы хотели посмотреть на нового дракона, которого мы только что собрали. Вот он, сокровище, да? Давайте посмотрим. Это у нас редкий дракон. Пустота плюс земля. Так, ничего мне больше интересного здесь не появилось. Звоночек. Бамбуковый дух, мы его выведем, скоро выведем. Так, что-то у меня уже голос начинает пропадать. Надо, ребята, вас покидать. Смотрите, прям рифма у нас получилась. Ну и Неджу я, конечно же, выращиваю. Нифига себе, она сколько растет. 4 дня. Тогда на этом буду заканчивать. Пора ложиться спать. Так что ставим пальчик вверх, ребятки, и до скорых встреч. Всем пока.